К другим темам. Сегодня Федеральной службе России по контролю за оборотом наркотиков 13 лет. Профессиональный праздник отмечают и сотрудники Омской наркополиции. Так, в прошлом году оперативники раскрыли 700 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Третью часть из них совершили организованные преступные группы. Омская область находится на пути так называемого северо-восточного наркотрафика героина, отправной точкой которого является Афганистан. Наркобизнесу нанесен существенный урон, который превышает 1 миллиард рублей. Согласно предварительным подсчетам, до потребителей не дошло свыше 11 миллионов разовых смертельных доз наркотической отравы. Счет конфискованному преступно нажитому имуществу и легализованным криминальным доходам идет на десятки миллионов рублей. В Омской области только в прошлом году за совершение наркопреступлений к уголовной ответственности привлекли около 1800 человек. Наибольшей популярностью среди омских потребителей пользуются марихуана и гашиш. На втором месте так называемая синтетика. Антибронза у героина. Несмотря на то, что его доля немногим превышает 6%, по степени своей опасности он занимает лидирующую позицию.